41-м году он ушел на фронт. Семья его осталась в городе Керчи. Ко мне попали архивные данные, вот семьи, которые были, лежат вот на этом месте. Вот я нахожу его семью, Конникова Бронислава, 32 года рождения, 32 года. Конникова Тамара, 7 лет. Конников Вадик, 4,5 года. Конников Валерий, 1,5 года. Когда отец вернулся после войны, он поселился здесь рядом, работал вот на этом поле, он был бригадиром овощеводческой бригады. И в течение 40 лет вот он проходил мимо этого места. Он редко вспоминал то время, но он в сердце пронес всю боль. В общем, тяжело вспоминать то, что было. И нам остается только помнить и молиться, чтобы больше такое не повторилось.